Принтер для утилизации космического мусора и мировой хит, который исполнили на калькуляторах. Об этом не только в нашем международном обзоре. В НАСА хотят отправить на Международную космическую станцию 3D-принтер, который будет перерабатывать мусор. Аппарат способен трансформировать ненужный пластик в материал для производства инструментов или запчастей. Новую технологию планируют использовать во время дальнейшего освоения космоса, например, полетов на Луну и Марс. Зонд «Подсолнух» показали на выставке бытовой электроники в Германии. Устройство оснащено солнечными батареями, камерой, микрофоном и фонарями. Его можно подключать к разным гаджетам и управлять дистанционно. Роботизированный зонд поворачивается за солнцем, создает тень во дворе и одновременно накапливает энергию для освещения ночью. В продажу он поступит через год. А вот сколько будет стоить, пока неизвестно. В Индии слон затоптал человека из-за селфи. Житель штата Ориса хотел сделать фото с диким животным в местном парке. Вот только подошел к нему слишком близко. Слон разозлился и атаковал любителя селфи. Спасти посетителя сотрудники парка не смогли. От тяжелых травм индус скончался по дороге в больницу. Новый рекорд по скорости сборки кубика Рубика установил подросток в Соединенных Штатах. Патрик Понс решил головоломку за 4,69 секунды. Это на 0,05 быстрее предыдущего рекорда, который тоже принадлежит Патрику. Чтобы собрать кубик, рекордсмену понадобилось всего 17 движений. В Китае покупателям предлагают расплачиваться улыбкой. Экспериментальный способ оплаты в ресторане быстрого питания ввели пока в одном городе – Ханчжоу. Технология работает по принципу сканирования лица. Процесс занимает до 2 секунд. Правда, покупателю еще нужно ввести номер мобильного телефона, который привязан к его платежной карте. Это поможет противостоять мошенникам. Ютубер из Японии обнародовал видео, где он играет мировой хит «Деспасито» на 2 калькуляторах. Автор использует специальные музыкальные калькуляторы, популярные в странах Азии. Работают они по принципу синтезатора и могут воспроизводить до 20 различных звуков. Ролик уже набрал почти 200 000 просмотров.